До вторых европейских игр осталось чуть менее 2 месяцев. Внутренние войска, наряду с другими силовыми структурами и ведомствами, которые будут участвовать в обеспечении общественного порядка и безопасности во время этого спортивного мероприятия, продолжают плановую подготовку сил и средств. Сегодня мы находимся на полигоне МЧС «Светлая роща», где саперы внутренних войск проходят спецкурс по промышленному альпинизму. Программа спецкурса включает в себя теоретическую подготовку и практические занятия. За время обучения саперы научатся спуску с верхних этажей и подъему на них, освобождению от зависания, эвакуации пострадавшего, работе по досмотру высотных объектов. Каждая тема заканчивается сдачей зачетов и нормативов. К примеру, чтобы выполнить на отлично норматив по эвакуации пострадавшего и спуску его на землю, военнослужащие должны уложиться в 4 минуты. Максимальное зачетное время – 6 минут. На данных специальных курсах производится обучение военнослужащих саперно-пиротехнических подразделений внутренних войск МВД Республики Беларусь. Срок обучения – 10 занятных дней. На данных курсах проводится обучение по порядку проверки высотных элементов объектов на наличие взрывных устройств. По окончании данного специального курса будут выданы свидетельства о присвоении классной квалификации 5 разряда по промышленному альпинизму. Казалось бы, что подобные навыки необходимы лишь бойцам спецподразделений, таких как СОБР или АЛМАЗ. Но требования времени диктуют нам совсем другие условия. Все,